Число жертв тайфуна Коппу, который обрушился на Филиппины в воскресенье, достигло 14 человек. По информации местных властей, 7 человек утонули, когда их моторная лодка перевернулась в море. Трое погибли при падении деревьев и каменной кладки одного из зданий. Два человека стали жертвами наводнений в провинции Нуэва-Сиха. Один человек стал жертвой оползня в провинции Бенгет, и еще один погиб от удара электрическим током в провинции Тарлак. Больше всего пострадало северо-восточное побережье крупнейшего острова страны Лусон. Там скорость ветра достигала 280 км в час, а высота волн превышала 4 метра. Разрушены сотни домов, оборваны линии электропередачи, поваленными деревьями заблокированы трассы. К борьбе с последствиями удара стихии, кроме спасателей, привлечены и военные.